Так, по знакам болезни. Так, всем привет, друзья. Ну, сегодня решил провести рейд на гипермаркете Лента 14 линия, дом 84. Вот видим вот такую парковочку на парковке для инвалидов. Сейчас, значит, вызвали манипулятор. Будет эвакуация. Вот такие вот без опознавательного знака инвалиды. Вы нарушаете. Человек заявитель на 02 позвонил, ему не нравится, что здесь стоят на месте для инвалидов. Гражданин Российской Федерации, спросите. А как ваша фамилия, имя, отчество? А вы тоже блогер, да? Блогер, как да? Как ваша фамилия, имя, отчество? Ну, какая разница? Конечно. Ну как будут документы? Потому что у вас нет документов, что вы являетесь инвалидом. А это не документ. Я вам говорю, отдайте мои. Вот, инспектор сейчас составит вам штраф и поедет. Ну, машине не пробивает вас попасть. Я у вас забрал. Я у вас забрал. Нет, покажите, пожалуйста, документы, на каком основании, его заявление или что у вас там есть. Позвоните в дежурную часть. Я инспектор, вы нарушаете. То есть вы не должны не показать ни удостоверение инспектора, кто вы вообще такой. Я вам покажу. Да, или что? Конечно. Просто забрать документы и уйти. Я у вас забирал документы. Я говорю, девушка, про еще раз. Я вон он сотрудник, идите к нему обращать. Я у вас забирал документы. Еще не согласна. Здравствуйте, а вы являетесь инвалидом? Здесь парковка для инвалидов. Так, девушка не согласна с нарушением, говорит, что якобы инвалид, но документов нет. А что для этого надо сделать? Позвонить просто в дежурную часть и попросить проверять? В дежурную часть полка ДПС, либо набрать 02 и сказать, что машина, допустим, нарушает. То есть вы человек, который не нарушает, вы берете, да, принимаете человека, а который вот действительно вот человек. Сейчас приедет манипулятор никакого... и будет эвакуировать. Да, то есть человек те люди, на 02, которые не относятся да, к этому. То есть человеку нечем заняться, и он просто тупо занимается тех, кто имеет право тут стоять, вы забираете документы. А те, которые а у вас не есть правка, стоять, что вы инвалид, можете? Я вам наоборот, я сказала, что есть, вы а что, есть? Смеетесь? Пожалуйста, оформляйте, давайте, как хорошо. Что делаете, пожалуйста? Оформляйте, хорошо. Мы будем разбираться вы дальше. Вы отказываетесь, да, что у вас нету справки? Все, я ничего не собираюсь доказывать. Вы мои слова перевираете. Все, я вам сказала. Вы мои слова перевираете. Вы сказали, что я жду. Только что встала на 2 минуты постоять. Теперь вы говорите, что вы инвалид. Я просто докажу, как вы обращаетесь с инвалидами. Хорошо. Если вы инвалид, покажите, я вам не отдам. Все, не отдавайте да мне документы. Да у нее нету, хорошо. Если что, видео все, есть там. 10 дней вам дается на обжалование данного постановления. Да, хорошо, только побыстрее можно выписать? Если надо, да, я мне ничего, если вы меня не будете задерживать, тогда я буду быстро писать.
я вас не задерживаю. Вы просто со мной беседовали, я вам отвечал на ваши вопросы. Я вас попросила показать документы. Вы просто забрали мои документы и убежали в машину. Конечно, вы мне не показали ничего. Вы не просили ничего. Я только что спросила, на каком основании, вы говорите, да он просто позвонил на горячую линию, мы проверяем. Давайте, что, какой вам вопрос? Вам удостоверение показать? Удостоверение, да, на основании чего вы проверяете? Покажите заявка, это заявление. Заявка 02, парковка на то есть я, инвалида. Чтобы мне доказали, что эта проверка закона, должна звонить 02 и узнавать, действительно ли тут проверяют на данный момент. Я то есть у вас нет никакого ни маршрутного листа, ни документа здесь проверять. Вы гражданин просто находитесь тут и проверяете. Гражданин пожаловался, что стоят машины не то с есть я вам должна на слово верить, девушка, что этот мужчина 102 и спросите. А не то, что этот человек, который с вами работает, позвонить. Так же сшибая, так же капусту, он вы у того это взяли, это у другого. Клевета. Я вам денег не дала, вы просили. И вы сразу делаете так, что типа я не имею права тут стоять, хотя я инвалид. Нормально, это да? Клевета. Удостоверение мне покажите. То есть вы с мужчиной рубите тут капусту. Тот, кто не дает, и тот, кто инвалид, у вас вдруг покажите должен мне, по протоколу выписываться, мне, что правильно? Покажите мне, удостоверение. Хорошо, заканчиваем разговор. Вы будете смотреть удостоверение мое? Да, я вот смотрю. Смотрите. Я фотографирую. Удостоверение? Да. Я вам не разрешаю фотографировать. Если у вас, я говорю пятый раз, если у вас есть удостоверение инвалида, покажите, и я вам отдам документы. У вас есть удостоверение инвалида? Мы будем долго разговаривать, составляйте протокол. Я хочу, чтобы у меня был документ, да, чтобы вы так поступали. Так, друзья, девушка хочет прокомментировать. Что вы там хотели прокомментировать? Здравствуйте, я хотела прокомментировать, что меня человек ударил и скрылся с места ДТП. И я целые сутки ждала, когда же приедут с Изыскательского по моей заявке. Но тут вот блогер обратился, 2 часа всего, и сразу примчались наши ДПСники, вот Высоцкий, Олег, как ваше отчество, вот сразу стали работать оперативно. Браво ДПСникам, что расследуют такие дела, которые именно касаются денег. Естественно, заработают манипуляторщики на этом, вот повывозят денег. Естественно, ДПСники на этом заработают. А когда касается реально каких-то дел, то, к сожалению, у нас ДПСники не работают. Ну вот так я... Все, да? Все, да? Ну, пока все. Так, вот такие вот комментарии девушка дала. Так, вот, друзья, манипулятор подъехал. Все, значит, это будем забирать.
Поехал на автостоянку. Да, друзья, вот чистили эту штуку. Сейчас идем смотреть, что можно еще набрать. Эвакуировать. Это тут тоже нет опознавательного знака инвалида. Но есть. Сейчас выпишем что-то. Это выписывают уже. Это инвалид. Это инвалид. Так, это тоже инвалид. Тоже инвалид. Так, вот он тоже инвалид. Друзья, я считаю, рейд окончен. Парковочные места освободили. Одна девушка пишет постановление по 12-19 часть 2, 5000 рублей штраф. Так, друзья, снова эвакуация. Сейчас будем эвакуировать со знака инвалида. Я.
даже меня посадили на блок. Сейчас отправим от Красноярска. Так, вот поехал на Красноярск. Все уже совершил движение. Так, ну все, он совершил движение, уже поехал, уже нельзя вернуть. Все, отправили на штрафстоянку. А вы часто сюда приезжаете, много мест? Это недавно получил только. Это новое, да? Новое, это здоровое сильно, черт. Или сфотографируют маленькие какие-то. И думаю, куда я поэтому закрываю все. Так, вот он еще один на парковке. А где водитель? Машину уберите. Сейчас эвакуирую. Че, Артём? Так, это девушка инвалид. Так, ну, друзья, расчистили парковку. Сейчас будет еще один автомобиль эвакуирован. Значит, это инвалиды. Это тоже инвалиды. Значит, сейчас будет вот этот эвакуирован. Со знака инвалида. Так, ну вот водитель. Вон машина. Так, пришел хозяин. Пошел оформляться. 11-19, часть 2, здесь еще вечера. Так, ну это инвалиды. Все, друзья, рейд окончен.